четвертый трудовой семестр. Послушайте, но у нас же Новый год. Предлагаем открыть студию стилизованного танца «Маменька». А давай не прижиматься. Новый год собственными руками. Давайте организуем квест. Сделаем специальный новогодний маршрут. Обойти все елки нашего города, найти тайные послания, разгадать правильные загадки, составить дешифрованное слово, нет, и сделать селфи. Улыбочку. А может, новогодний афи? Нет, там... Тихо! Я все придумал. Лучший подарок – песня. Объявляем дополнительный набор в студию эстрадного пения «Унисон». Петь придется. Не бойся, всем миром отстоим. Гузев, я тебя не слышу. Ля. Что с тобой, еще раз? Ля. Будет наш с тобой секрет. Расскажу, о чем молчи вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пойду, то я влюблен. Правит мимо облака. Скоро ночью кроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00, я старше на год, и пришел мой день. А значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой. На часах 00, я старше на год, и пришел мой день. А значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой. Лето, но только просто будь со